Всем привет! Сегодня будем строить АФК-ферму от подписчика Ух, супер топ. Всем привет. Ух, супер топ или как? Мне на ютубе не Крави Гейминг. Это АФК-ферма во всех командах работает или только здесь? Ну, там во всех. Что это вообще за АФК-ферма? Короче, он тебя ведет в локацию, тебя оттуда 20 дают, и черный портал ведет в сундук. Ты как бы идешь на белый портал, он тебя снова тпхает вот сюда. Почему тут желтый, а там белый? Ну, не знаю. Я забыл покрасить. Кидаешь, падаешь на сундук, открываешь. Лояльный участник, то тебе будут давать по 50 золота. Так, сейчас мы будем строить твою АФК-ферму, но только так, чтобы деревья не касались нас, хорошо? Хорошо. Будем в воздухе строить. И чтобы все работало, окей. Ничего никогда не фиксит. Если фиксит, то я в комментариях пишу. Вот робота-коробку только пофиксили, я в комментариях писал и нового сделал. Так ничего не фиксит. А я думаю, почему у меня робот-коробка не работает? Там просто поршень надо чуть подлиннее сделать и все. Попробуем. Но это надо, я потом выстроил. Так, вот здесь я сейчас тогда делаю платформу, в принципе, как... Давай, наверх поднимаемся. Понимаешь, построить? У тебя это ультрашпак. Ну, это мне подписчик подарил один раз, давно еще, очень давно. Давай, строим. Я точно не помню, но, по-моему, там надо удлинять. Ну, где-то 130 блоков я сделал в длину, и здесь, чтобы покрывало все спавны. Что теперь? А, ну 130? Ну, блоков. Ну, делений. Так, здесь под наклоном, наверное, блоки надо ставить. По-моему, ты видео... Возможно, на 45 градусов, все равно тут деревьев нет. А моя на 15 поставила. Второй блок поставлю. Ровно. Здесь ставим еще один портал. Да. Только тут задний портал надо сделать. Ну да. А здесь обязательно такую палку делать, в принципе, она даже кажется неправильной. Еще эту коллизию убери у обоих. И я один перекрашу в белый. Нет, задний должен черный. Ну, если так тоже можно, но удобнее, мне кажется. Это. Ну, цвет просто ничего не делает, если честно. Да, ну, можно впереди так. Красный, если так хочешь. Окей, я тогда магнитные поля делаю. А, ну давай. Там, чтобы сделать магнитные поля чуть ближе, вот... К этому надо спавнувать, здесь где-то блок сейчас я поставлю. Надо наполовину надо, наполовину. На. Вот этот блок, я его почти что наполовину сделал. И теперь вот здесь надо будет вот так наполовину поднять. Если можно потоньше сделать, ну ладно. Блин, я думал, что ты построил. Теперь их нужно именно на одной линии ставить, чтобы между ними были такие полосочки, и это означает то, что они привязываются. Что прям точно, видишь, надо смотреть, чтобы оно... Точно все закрывало и внизу, и наверху. Надо можно даже было еще пониже надо было сделать, чтобы оно в земле вообще все покрывало. Ну а так тоже, в принципе, пойдет. Ну, смотри, так будет работать. Ну, если надо смотреть внизу еще на пятно. Ну да. По идее, да. Выключи магнитные поля. Не выключай. Да. Окей. Все. Фух. Я сейчас вот эту штуку буду строить с ракетой. На пружину ракету. Я наизусть помню, как это строить. Я же это строил. Не, я просто. Так, скорость какую поставить? 25. 25 пусть будет. Мы тогда вдвоем сможем даже фармиться. Сундук-то один. А дай вон там внизу строить. А то потом бежать столько долго. Да, можно. Придется тебе расстаться с этим джетпаком. Ага. Тут ставишь тупу, просто чтобы он смотрел туда.
Так, теперь нужно поставить стульчики. Там подающее вращение не включаешь, просто ставишь. И здесь там, тоже. В этом немного, да, там немного. Ты помнишь, как там надо, чтобы летело? Что помнишь? Я про то, что куда это все ставишь, чтобы забавно снизить. Так, ну здесь я ставлю камеру. Я советую тебе обычную камеру. Не, надо такую ставить, потому что стоит какой-то баг происходит, что ты потом, когда из нее выходишь, ты уже вообще ничего не видишь. А вот с этой ты хотя бы можешь. Это сейчас лучше. Ну, когда баг пофиксит, можно и обычно использовать. Так, ну, все готово, кроме того, что есть наверху. Вот этот портал красит белый. Вот этот. Какой красный, какой белый? Ой. Погоди, вот этот красный, а этот белый. Стой, наверх идем, наверх. Мы здесь кое-что не закончили. Вот здесь нужно поставить титановый блок и поршни, чтобы задвинуть все это. А, да, забыл. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, я всегда 12 ставлю, это самое... подходящие всегда. Так, ну продолжим, давай, идем ко мне. Сейчас будем делать самое сложное, это запуск. Сейчас я его сохраню как фарм. Так, ну начинается проверка. Да не пофиксили! Если не работает, не значит, что пофиксили. Если не работает, то значит, что мы что-то неправильно сделали. Сейчас я проверю конвейер сразу вот здесь. Он работает? Да, хорошо. Теперь вот эту маленькую точку нужно продвинуть вон туда. Так ты уже включил магнитное поле. Рассетаемся и проверяем. Опять же, баком придется расстаться. Уже третий раз. Все работает. Все, выпрыгиваем. Оно крутится. Не так. Да, я знаю, но это не проблема. Но если по-другому нельзя. Если по-другому сделаешь, поворачивать нельзя. Портал уже не успел. Ну, не у всех есть такие друзья, которые будут проверять, так что надо сами уметь. Эй, что? Блин, за то, что ты 15... Ой, 15 ты прямо работал. Да. А что не работает? Что? А почему меня убивают? Почему меня кушает? Ну и почему же? Там... из-за того, что ты слишком короткое расстояние сделал между красным и белым потом, по идее. Точно не знаю. Еще я так что ты 15 градусов делал. Там типа как только ты вылезаешь, ты уже падаешь в портал. Я думаю, что ты слишком быстро. Типа 15-30 метров с портала. Сейчас передвину, сейчас, подожди. Я это точно не знаю, я думаю. Давай, я сейчас его заново перенесу. Для меня не особо сложно. Если ты так считаешь? Я не про это. Я про то, что там наверху. Наверху, где спавнишься, там между красным и белым порталом слишком маленькое расстояние. Игра думает, что ты типа слишком быстро пошел. Мне кажется, за это.
Знаешь почему? Потому что когда, допустим, ставишь эту скорость этого на 100, там, когда ты едешь... Все работает. Не умираешь? Потому что ты сейчас все пролетел. Сейчас там умрем, я думаю. Ну давай, критик. А что с этим порталом? А что он упал? Он не упал? Он работает. Или я же говорил, надо по-другому делать. Это мегафон. Ну все, спасибо тебе. Пока. Пока.